Это самокатеры делают трюки на BMX-ах, а BMX-еры... Ура! Вот меня один день не было в городе, они на вандализме лили везде. Это не я. И не он. А здесь все что? Короче, сейчас смотрите на мою вилку. Это Tilt Legacy. Розовая, хайповая. Это СКС со стек. Пошли! Бегать? Ну давай. Давай еще раз. Да, я просто немного задумался, и ты, я вот так камеру задержал, а ты... Что? Вот сейчас нормально. Да. Зацените самокат. Он почти бесплатный. А, слышь, стой, заткнись. Если хотите, чтобы вот этот человек по имени Артем рассказал, как бесплатно собрать кастом, ставьте лайк. Вот такой вот. Наведи. Аналог. СПС хай. Вилка хай. Тоска ультимус. Почти бесплатно. Стоите, видос снимаете, да? Почти бесплатно. Снимаете видео, а меня никто не... Мы сделаем туториал. Сколько хоть что видео лайков набрало? Много, очень много. Красивый кадр был. Йоу! Йоу! Чисто очень маленький. Мы же с вами вроде договаривались. А? Ну мы потом, сейчас. Нам пару трюков заснять, работать. Вы понимаете, магазин работает до 8. Вот сейчас без 5-8. Вам сложно было подождать это время. А мы чуть-чуть. Ну и так дела не делаются. Мы хорошо с вами поговорили, договорились. Но в следующий раз же можно и милицию вызвать. Вам это нужно, нам да это нет, не нужно. Нам тоже. И вам не нужно. Ну, тогда зачем обманывать? Мы не обманываем. Это не мы с вами разговариваем. Там другие ребята были. Мы там были. Это были бы мы хакеры. Был я, но это... Я стою. Неприятно ни вам, ни мне. Хорошо. Так не едь. Ой, не. Ладно, все, хорошо. Чисто с ним идем. Давай, на периле что? Ну как периле? Слушай, опять что-то не понял. Вот это вот надо скидывать так чисто. Ай, могила. Нужно в этот момент бак. Йоу, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то жмите лайк и... Если не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. Впереди очень много годноты.